Сибирь, конкретно город Красноярск. Перед вами ящики с рассадой картофеля. Вот уже несколько лет я практикую такой способ выращивания рассады картофеля. Ящики заполняю плодородным слоем земли, кладу клубни картофеля, заранее обработанные М-бактериями. Затем посадочный материал засыпаю той же самой почвой и увлажняю ее. Конкретно у меня ящики находятся в теплице, рассада не вытягивается. Картофель высаживаю на грядке, когда почва прогреется, это где-то конец мая. При наименьшей площади посадки мы получаем хороший урожай картофеля. Никогда не практикую посадку картофеля под холодную землю. Обычно в конце мая у нас уже земля прогревается и можно смело высаживать рассаду картофеля. А вам всегда быть с полезными, вкусными продуктами питания. Удачи вам!